Здравствуйте, сейчас я рассмотрю очки компании 3M Pelter Maximum Ballistic. Данный набор состоит из чехла и из трех линз. Первая линза бесцветная. Она используется в темных помещениях, либо вообще в помещениях. Пропускание невидимого света у нее составляет 92%. Также в комплект входит линза желтого цвета. Она используется в условиях низкой освещенности, в облачную погоду. Данная линза имеет повышенный контраст и яркость. Пропускание невидимого света у нее 94%. Также в комплект входит темно-серая линза. Линза для использования вне помещения, в солнечную погоду. Пропускание видимого света у нее составляет 13%. Также в комплект входит резинка для очков, карманы для линз, которые крепятся на липучке, легко открепляются или прикрепляются в чехол. И дужки. Дужки можно отсоединить и присоединить к другой линзе. Если у вас сменилась обстановка и вам нужно поменять линзу, это очень легко сделать простыми движениями. Точно так же крепится и лента, резинка. Данная резинка регулируется по размеру под вашу голову. Вы подбираете нужный вам размер. Также эта резинка легко снимается. Имеется кнопка сзади. При нажатии на нее резинка отсоединяется. Также легко соединяется. Чехол жесткий. Поэтому при переноске линз очки, линзы не повредятся. Вот его можно зафиксировать на поясе, то есть имеется крепление на липучке. Можно зафиксировать на ремне, имеются также две петли. Можно зафиксировать также на ремне, на поясе при помощи такого маленького карабина. Эти очки прошли испытания на стойкость к ударам на скорости 190 метров в секунду. Имеет хорошее качество, хорошую прочность.